Судебные приставы столицы Чувашии отмечают новоселье. Специально из Москвы, чтобы поздравить коллег, прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков. Долгое время судебным приставам приходилось ютиться в двухэтажном здании на улице Эльгера на площади в 2000 квадратных метров. Для 400 сотрудников этих площадей явно не хватало. Благодаря федеральной поддержке чебоксарские приставы получили новую прописку по адресу энтузиастов 34А. Прежнее здание тоже долго пустовать не будет. Мы освободили здание для будущего детского садика, выполняя тем самым предписание руководства страны. Меня это тоже обстоятельство очень радует. Мы сейчас то же самое делаем в Челябинске, тоже переезжаем в новое здание, освобождаем тоже детский сад. И это такая вот правильная тенденция. В новом современном здании предусмотрены кабинеты для сотрудников управления, спортзал, столовая, архив, тир, тренажерный зал, музейный уголок службы и гараж для служебного транспорта. Как видите, у нас здания достаточно такие прагматичные, какие-то помпезными их не назовешь, да, наверное, это и правильно. А вот они абсолютно комфортные, абсолютно удобные, но без излишеств. То есть абсолютно офисное здание с набором кабинетов, с набором каких-то минимальных услуг для граждан, для сотрудников. Понятно, что есть спортивные объекты, без них нельзя, потому что мы являемся, так сказать, силовым ведомством, у нас есть силовые подразделения, которые обязаны проходить соответствующую подготовку. Есть четыре вида служебно-прикладных спорта, вида. Это служебный биатлон, служебное двоеборье, тоже подобие биатлона, стрельба и комплекс единоборств. В ближайшие 5 лет подобные здания появятся в 20 различных регионах страны. Сразу после Чебоксар новоселье справят приставы Карелии, Челябинска и Брянска. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.